Сегодня трем борцам вольного стиля Дагестана предстоит бороться в финалах за первое место на предолимпийском чемпионате России. В двух финалах и представительницы нашей республики по женской борьбе. Соревнования проходят в городе Одинцово Московской области в весовой категории до 61 килограмма. В финале за золотую медаль предстоит бороться двум дагестанцам. Башира Магомедова проэкзаменует олимпийский чемпион Завур Угуев. Асхаб Садулаев весит до 92 килограммов. С Аланом Багаевым из Югры Ханты-Мансийского автономного округа. У женщин до 50 килограммов Елизавете Смирновой будет противостоять Надежда Соколова из Нижегородской области, а в весе 55 килограммов Екатерина Вербина против Александры Скиренко из Краснодарского края.